администрация перед тем, как внести изменения в нормативный акт, должна размещать проект изменения на своем сайте в рамках оценки регулирующего воздействия. Я не знаю, кто-то из вас отслеживает или нет такие изменения. Смотрела. На сайте. То есть вот я просто поясню. У нас на сайте администрации города Красноярска есть специальный раздел, где в рамках оценки регулирующего воздействия администрация планирует она что-то изменить в нормативном акте. Они размещают проект. На этот проект можно писать замечания. Мы очень часто этим пользуемся. Это один из важных рычагов влияния на администрацию. Ни один проект не должен приниматься, если он нарушает или ущемляет права предпринимателя. Там 209-й федеральный закон. Сегодня там постановление председателя правительства. Поэтому в рамках ОРВ вы должны отслеживать. Никто за вас ничего делать не будет. Вы должны самоорганизоваться. Я не знаю, может это будет у вас самостоятельный какой-то союз, как было когда-то там 15 лет назад в Красноярске. Объединились все владельцы павильона. Наняли юриста. Этот юрист вел работу, сопровождал. Вы входили в советы при администрации во все рабочие группы. И когда вы будете там входить и контролировать, ни одно изменение без вашего участия не пройдет. Вот мы все контролируем. У нас в прошлом году закончились, я уже говорил, новогодние праздники. Ровно первый рабочий день размещают проект нормативного акта. Нам не об этом не рассказывали. Мы сразу же организовались. Точно так же и вы должны делать. Потому что у администрации свои цели и задачи, а у вас свои. Вы должны развивать и зарабатывать свой бизнес. Поэтому вы должны самоорганизоваться.